Ходить каждую субботу в кинотеатр «Искра» на бесплатные кинопоказы для видновских пенсионеров было традицией. И так продолжалось до 2013 года, когда льготы закончились. Несколько лет кинотеатр работал исключительно на коммерческой основе, но после многочисленных просьб местных жителей руководство «Искры» решило возобновить всеми любимые киносубботы и сделать их доступными для всех. Теперь с 1 июля каждую субботу у нас стартовала акция «Киносуббота». Мы показываем популярные советские фильмы, которые были сняты до 1947 года. Чтобы вместить всех желающих, а некоторые показы собирают более полусотни человек, киносубботы проходят в Большом зале «Искры». Сюда приходят целыми семьями. Оказалось, что такие фильмы пользуются большой популярностью не только у взрослых людей, но и среди молодежи. Те же, кто об акции узнал совсем недавно, ждут следующих выходных, чтобы посетить очередной показ советской киноклассики. Много семей будет приходить смотреть выходные дни. Это будет очень интересно. А сами уже были? Нет, но в эти выходные обязательно сходим. Ознакомиться с репертуаром на август можно в группе кинотеатра «Искра» ВКонтакте, в холле самого кинотеатра или по телефону, указанному на экране.